Всем привет! Вот у нас заключительное испытание пламени Горна. Называется на битву умов дождь и стрел. Давайте его пройдем. Тут у нас очень много всякого текста, но если говорить вкратце, то за убийство противника мы получаем элементальные дайсы, универсальные точнее, и также за взрыв стихий. И все нам нужно успеть сделать, убить всех за один ход, иначе мы проиграем. Все это делается довольно просто за Ганьюй, так как у нее есть очень хороший элементальный навык, который делает проникающий урон. Для начала нам, я бы сказал, прям обязательно нужно наролить себе Амос и сережки игрока. Это наше основное условие и то, что нам, в общем-то, необходимо. Только эти две карты. Вагнер, карточка с Ронерой, также сокровищница. В принципе, не обязательно, но все-таки желательно, так как оно снижает нам требования по дайсам для Амоса. А дайсы нам тут очень нужны в самом начале, так что они лишними определенно не будут. Конечно, неприятно ролить карты, особенно две, в самом начале, но, в принципе, если у вас есть Ситария, можете попытать счастье. Она все-таки немножко сглаживает эти моменты, но, в принципе, если вы наролите две карты в самом начале, то все становится довольно тривиальным и очень даже простым. И проходится довольно легко. Просто сдаем заряженную атаку за Ганьюй, копим ей взрыв стихии, сдаем взрыв стихии, переключаемся на Хиро персонажа. Это не обязательно должна быть Ян Фэй. Хиро персонаж тут, в общем-то, для того, чтобы мы могли взять элементальные дайсы, ну и повышение урона. Так что Тея тут тоже не обязательно. За Ян Фэй обязательно сдаем взрыв стихии, так как он дает нам дополнительные дайсы. Также затем переключаемся на Ганьюй и добиваем уже этого робота. Все довольно-таки просто на самом деле. Ну и, как говорится, нужно лишь всего лишь немножко удачи в начале. На две нужные нам карты. Сережки и Лукамос. А на этом все. Надеюсь, вам это видео помогло. Закончились наши испытания. Они на самом деле были довольно простые. Ну и немного даже интересные. Что ж, надеюсь, вам это видео помогло. До встречи на следующем испытании. Пока-пока.